Курган вновь приедет первозданная Россия. 5 октября в 14:00 в Курганском областном культурно-выставочном центре состоится открытие 5-го фестиваля живой природы. Отметим, что он был создан нашим прославленным земляком Олегом Пантелеевым, который ушел из жизни в сентябре 2016 года. Но несмотря на это, выставка редких фотографий природы и животного мира России неизменно приезжает в Курган. Выставка «Дело никогда не ограничивается». Фестиваль сопровождается экскурсиями, мастер-классами, концертами, спектаклями и широкой познавательной программой. В этом году фестиваль продлится до 12 ноября, а его программа включит в себя 75 событий.